Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня будет урок шитья. Вот для вот такой Барби я сошью юбочку. Но юбочка будет клетчатая, вот из такой, ткани. Не могу сказать, что это ткань. Это были просто детские штанишки, которые я распорола, подгладила. И вот теперь вот с этого я хочу пошить для моей Барби юбочку. Клетчатая юбочка. Так. Вот у меня вот такая есть выкройка. Я ею постоянно пользуюсь. Этой выкройкой. Юбочка будет косая и относительно длинная. Я хочу вот сколько получится здесь юбочки. Померяю сейчас. Вот 17 сантиметров. На 1 сантиметр на подгиб. Вот будет юбочка 16 сантиметров. Теперь я на своей Барби померяю, сколько это будет на Барби. 17, 16. Ну, думаю, вот длинная такая будет юбочка. Теплая длинная юбочка. Так, хорошо. Оставляю немножко ткани на швы. Проколю и вырежу юбочку. Так, теперь я ее вырежу. Отмечу 16 сантиметров, точнее 17 сантиметров. Так. 17. Так, проверю. И самый край 17. Так, и здесь. И в районе талии. Теперь это все будет где-то на немножко шире. Так, теперь я выкрою эту юбочку. Вот я выкроила юбочку. Теперь я один бок сошью и пришью вот такую вот резиночку на талию. А потом буду сшивать следующий, другой бочок. Так, я сострочила один бок. Вот. Так, и проложила нить для того, чтобы я теперь немножечко здесь соберу, потому что талия у нас будет широкая для юбочки. Так, надо сделать маленькую-маленькую посадку. Это совсем немножечко. Для того, чтобы сделать вот немножко посадку, я строчку поставила на самый большой шаг. И теперь будет легонечко вот так вот за одну ниточку чуть-чуть посадить.
с одной стороны и с другой стороны. Так. Так, наверное, придется кофточку снять. Вот теперь хорошо видно. Так, еще немножечко. Вот это будет спинка. Потому что застежка у нас будет на боковом шве. Пришью вот эту резиночку. Она будет пришиваться с лицевой стороны. Так, надо ее пришить, чтобы закрылась вот эта. Так. Юбочка получится с черным поясочком. Пришила я резинку на талию. Вот так вот у меня получается. Здесь надо срезать лишнее. Так, теперь сошью следующий бачок, вот приблизительно вот так вот, чтобы можно было одевать кукле юбочку. Так, можно даже немножко выше. Вот приблизительно вот так вот сшить бачок. Ну что ж, юбочка почти готова. Я прошила бок. Так, здесь прошила я вот эту часть переднюю. Потому что застежка будет у нас на бочке. Вот так вот будет застежка. Так, прострочила я низ. Теперь мне осталось пришить крючочек черный, так как это черная резинка, и петельку. Ну вот, наша юбочка готова полностью. Я пришила крючочек и пришила вот такую петельку. Теперь можно будет на куклу одеть.
Застегнулась она отлично, и получилась отличная юбочка на нашу Барби. Друзья, вот такое маленькое видео у меня сегодня. Я считаю, что юбочка получилась относительно удачная. Рекомендую вам такую пошить юбочку. Очень простенькая. Вот получается здесь косая нить. Поэтому здесь такая твердая нить, прямая нить, а здесь косая нить. Это перед. И точно такая спинка получается. Клеточка очень красивая и красиво смотрится. Если у вас где-то будут какие-то кусочки, даже можно будет какие-то кусочки с бывшей детской одежды взять. Можно взять с какого-то там взрослого шарфа или еще что-нибудь. Пошите своей Барби или маленькой, или большой Барби, какая у вас есть. Вот такую симпатичную юбочку. Шьется она очень-очень просто. Пишите мне комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если вам нравится мой канал. Всего самого доброго. До свидания.